Всем здравствуйте. Закончена отделочная работа по укладке керамогранита. Это у нас город Казань, ЖК Нобелевский. Санузел у нас, значит, имеет размер 2,5 на 1,70 м. Уложен на полу керамогранит с имитацией. Вот бетон шлифованный, 1,20 м на 1,60 м. Это самарский производитель. ГРЭК, по-моему, называется, что ли. Швы затерты эпоксидной затиркой фирмы Кератекс, заглянцованы за подлицо. Цвет это 52-й, серебристо-серый у нас. В санузле установлена вот такая вот ванна. Это ванна российского производителя, отечественного, фирмы Эдис. Размер у нее 1,70 м на 1,70 м. Вес у нее где-то в районе 100 кг. Имеет вот такую красивую анатомическую форму белого цвета. Очень рекомендую ванну. Где-то у нее сейчас цена от 34, вот в сезон вот где-то вот так колеблется. 34, 32, 37 ее можно купить. Очень ровная ванна, имеет толстые стенки, не деформируется. Вам очень будет комфортно в ней. Давайте сейчас я прям залезу сюда и могу даже вот вам вот так показать, пожалуйста, насколько хорошее, качественное изделие. Значит, здесь у нас на что можем обратить внимание. Установлен сифон с верхней очисткой. Вот эта штука у нас вынимается, и оттуда пылесосом все вы достаете. Называется он MC Alpine. Под сифоном находится датчик протечки. Датчик протечки. Этот сифон подсоединяется у нас на жесткую. Там гафры нет. В принципе, там проблем никаких нет. Но если датчик протечки когда-то сработает, у нас вот эта плиточка, вот эта вот, она отделена пополам. Вот здесь затерта силиконом и сделана она на магнитах. То есть ее врезается, и у вас там идет доступ, все будет удобно. Сделан экран с нишей для ног вот здесь. На экране с нишей для ног использована термопанель, РУС-панель. У нас, значит, очень надежно получилось, все крепко. Невозможно никак вот воздействовать на нее. Посмотрите, вот как это выглядит все. Такая панорама. На стенах, значит, у нас уложен керамогранит, индийский производитель, фирма называется Лапарет. Лапарет затерта также эпоксидной затиркой фирмы Кератекс за подлицо. В санузле также сделана вот такая декоративная решетка вентилятора, там канальный вентилятор, кнопка от него находится у нас вот здесь. Кнопка вентилятора и розетка. Здесь будет впоследствии установлена, значит, у нас тумба. Сделан вывод под зеркало. Установлена подвесная система унитаза. Один угол сделан под 45. И вот так вот сформирован угол из эпоксидной затирки. Здесь будет впоследствии у них солдатик стоять, насколько я знаю. Внизу под унитазом также датчик протечки с декоративной решеточкой. Вот так вот у нас это спокойно снимается. Вот он там вот покоится. Вот так вот это лежит. Все, если что-то, какая-то протечка, он воду перекроет. То есть забыли, допустим, гигиенический душ потек, водичка туда попала, все, потопа нет. Также еще один датчик протечки у нас находится вон там вот в коллекторной зоне. Может, вы даже не увидите его, конечно, если что-то протечет, то он тоже перекроет воду. Здесь в этом углу, значит, у нас будет установлена потом стиральная машина с возможностью ее установить и сушильную машину. Установлен специальный сифон вот такой на два вывода. Здесь вода холодная для стиральной машины и две розетки сделаны. Здесь будет шкаф. Шкаф будет здесь, мебель устанавливаться у нас, значит, здесь. И здесь будет солдатик. Сделаны выводы под полотенцесушитель, гигиенический душ. Здесь будет у нас, значит, тумба. Верх примыкания сразу заблаговременно отштукатурено. То есть люди, когда будут уже натягивать натяжной потолок, никакого клея здесь у нас не будет. Сразу прибьются спокойно, и все будет надежно, качественно. Здесь еще один есть вывод вентиляции. Сюда нужно сейчас его установить, еще обратный клапан, чтобы вентилировалось вот это вот пространство, потому что во время использования здесь фильтра такие, они тоже конденсат на них собирается.
В общем, вот такой вот санузел. Очень красивые все углы примыкания у нас, значит, сделаны силиконом. Вот так вот это выглядит. Здесь фирма Литакол. Можете посмотреть на качество заполнения, затирку, какая красивая. Вот это у нас не пачкается, не образуется каких-то ни бактерий. Все-все-все углы примыкания сделаны вот так. Пожалуйста. Экран тоже затерт эпоксидной затиркой, а здесь вот этот в виде демпфера у нас выступает силикон, чтобы никаких проблем не было. Вот так вот сделана у нас обыграна ванна. Это вот у нас одна плита, вот так вот. Здесь у нас будет установлен датчик теплого пола, регулятор примыкания к ванне, заполнена вот так силиконом. Такая тоненькая полосочка. Ванна очень ровная. Рекомендую вам использовать никаких акриловых, только такие. Сделаны вот так вот углы. Пожалуйста. В общем, вот такой санузел. Обращайтесь за услугой. Номер есть в описании. Меня зовут Артур. Занимаюсь плиточными работами в городе Казань. Давайте вот так пройдемся еще раз. Насколько все красиво.